просыпается. Этот день открывает игрок номер один. Игрок номер один, ваша минута. Очень старательно думал я, что же мне рассказать. Ну и подумал, что я все равно неправильно поступлю, если не расскажу о сегодняшнем митинге. Митинг как митинг был 150 человек, в прошлом году было 230 где-то. Не доработали мы чуть-чуть, но может быть и то, что 2 года это все-таки не один. Из впечатляющего то же самое, что было в прошлом году. Но в прошлом году я читал бумажки, мне было каждое слово тяжело выделить, и люди больше общались с теми, кто выступал в Дубине. А в этот раз я выступал все время и вел программу. И вы знаете, самое невероятное во всем этом, что есть, это когда люди, в первую очередь украинцы, подходят, обнимают, плачут и говорят, что они удивлены, что бывают другие русские. Это меня всегда просто выбивает. 10 секунд. И что они говорят спасибо, что мы верим, вот после таких встреч мы верим, что оказывается Россия может быть другой. Это стоит всего. У вас время. Игрок номер 2, ваша минута. Доброе утро, город Денейрис, красный игрок. Выставляю игрока номер 1. Один принято. Прекрасная, проникновенная речь, и за ней я только красный ваш цвет могу найти, красного дивергента, но вы должны дать позицию по столу, чтобы мы поняли действительно ваш цвет, потому что, остаток речи, чтобы не заполнять, хочу посвятить той теме, которую они договорили, на том, почему черные победы нужны на турнире, потому что когда побеждают черные, в турнирной таблице поднимается 3 игрока. Вот, и шанс на доп-баллы там гораздо выше. А когда красные, там 7, и так очень тяжело выигрывать красными, на самом деле. Вот, у нас 10 секунд. Все тяжелее побеждать черным. Прям сложно, надо тоже что-то с этим делать, как и с кворумом. У вас время. Я вот думала об этом ночью. Спасибо, время. Вас. Игрок номер 3, ваша минута. Я бы на самом деле говорил не об этом. Я говорил о том, кого что мотивирует. Кого мотивируют красные победы, кого мотивируют черные. И если у игрока много красных побед, это значит, что он прекрасно играет, что он разбирается, он понимает, что если он получит черную карту, ему потом будет легче в любом случае, поскольку, как вы и сказали, если у тебя есть черная победа, то, в принципе, ты дальше продвинешься в этой гонке. А если ты еще выиграешь красным, это хорошо. Я играю 1-2, я бы вообще не пилил один. Мне кажется, один просто бы постеснялся, будучи на черной карте, говорить такую проникновенную речь. Вот мне так показалось. Ну, смотрите, я понимаю, что так, но я бы вообще не пилил один, честно говоря. Хотите, я могу попилить за место. Игра 1-2, 2 мне тоже показалась красной, именно за то, как вы открыли речь, как вы продолжили речь, как вы объяснили речь. Мне кажется, 2 тоже. 10 секунд. Игра 1-2. Вот так вот. Один для меня бетон красный. Просто бы посетялся. У вас время. Игрок номер 4, ваша минута. Да, я ни с кем. Я ни с кем не поиграю по той причине, что один поговорил очень такую трогательную речь, но чисто его речь и как он это говорил, очень загруженный показался мне. Уставший, наверное, я не знаю, за это пока не за что играть. Он просто поговорил, открыл стол. Плюс еще и тему такую задал, не прямо веселую. Поэтому послушаю, попили, я бы все-таки хотела, чтобы он попилился, а то он поговорит потом через 20 минут. Но у меня нету такого, что он прям черный. Дальше. У 2 поменялся эмоционал с прошлой игры. То есть мне кажется, что она сейчас среди всей этой тройки у меня самая красная. Но просто тоже как вот так можно прям опа и найти цвет один. Я просто не понимаю. Вы сказали, я понимаю ваш красный цвет, но его надо донести столу. То есть, как-то для меня, секунд. Не знаю. И 3 мне тоже что-то не сильно. Вот у меня акцент 2 у меня прям красная. Вот чисто особенно с прошлой игры. Потом 1 и только потом 3. У вас время. Игрок номер 5, ваша минута. Я соглашусь с акцентами. Игрок номер 4, у меня тоже 2 самые красные, потом 1, потом 3. Если я буду расставлять акценты, то так, 2-4, потом 1-3, вот так. Так что получается, что я поиграю, наверное, тогда со всеми. Получается, да, потому что у меня нет причин выкидывать 3. Смотрите, 2-4 для меня точно красные. 1 берут все, я не могу брать ни 2, ни 4 без 1.
И потом мне как-то кажется, что я, может быть, немного вот скажу по-другому, чем игрок номер три. Но просто после такой речи игрока номер один как-то не очень хорошо называть его черным, подозрительным. Это вот какое-то, как бы, я не знаю, какое-то грязное окраснение. 10 это секунд. Не в сторону игрока номер один, что он грязно окрасняется, а то, что, ну, сейчас вот я в безвыходной ситуации, я должна с ним поиграть. У вас так, время. Игрок номер 6, ваша минута. Да, морально это как бы безвыходная ситуация. Но тем не менее, мы находимся в игре, и вы можете сказать то, что я не играю с один. Не объясняю причину. Не объясняю причину. Потому что, ну, не за что сказать, что один черный. Вот серьезно, не за что сказать. Но сказать, что я не поиграю с один, вот просто, вот, вот циник был бы за стол, он бы оценил. Он бы сказал, что он с один точно не играет. Ну, потому что это же циник. Я понимаю, почему вы берете акцент 2-4. Вот я могу это понять. Но почему поиграю со всеми, как бы, а 4 вот не играет со всеми, она вообще ни с кем не играет. Она только акцент расставила. Поэтому взять 2-4 это нормально. Вы не обязаны играть из-за этого со всеми. Тем более, как бы вы же тоже расставляете акценты. Вот. Поэтому пока что я вас оставлю за скобку. И вот смотрите, видите, я и 1 не играю, и 5 не играю. 10 секунд. Запоминайте. Я играю только 2-4. Вот они мне больше всего понравились. Вы, кстати, если переживаете, попилитесь со мной. Я ж не смогу себя сломать. То есть, если я сломаю, то я себя. Если вы боитесь, я могу пилиться. Игрок номер 7, ваша минута. А вот я не согласна с игроком номер 6, что вы сказали, что не за что отчитывать игрока номер 1. То есть игрок номер 1 в любом случае сегодня бы сказал такую речь, но потому что такой повод. И если бы он был полностью красным игроком, у него не было бы сомнений, говорить эту речь или нет. А он в начале своей речи сказал: я ночью думал о том, что все-таки, наверное, было бы неправильно не сказать эту речь. Если бы он был полностью красным, он бы ее сказал без этого, ну, мне кажется, без этого вопроса. Да, мне, я не знаю точно, но мне кажется, что это может очернить. Ну, мне понравилось по эмоционалу игрок номер 2, да, у вас отличается эмоционал прошлой игры. Скобы скорее для меня красная, мне понравилась речь игрока номер 4. Пас. Спасибо. Игрок номер 8, ваша минута. И удивительно, кстати, ему довольно приятно слышать критическое мышление от игрока номер 7. Не в смысле, что плохой игрок, а в смысле, что у нас только идеально белая пушистая речь. Вы, кстати, хотите с кем-нибудь пилиться? Дать позицию по столу? 4? Выставляю номер 4. 4 принято. Игрока номер 1. И теперь так. 2 действительно сказал, что после такой речи невозможно сыграть. И 3 хотя бы пытался разбираться. Ясно, меня уже нафиг не слушают. А, попил. Так. 2 по 6 голосуют в 1. Остальные сидят. Вы сидите. Красивые ногти. Потому что все равно меня не слушают. Да, Эскина? Да, какая пушка разница. Ну что ж. У вас время. Игрок номер 9, ваша минута. Я поиграю с игроками 2 и 4, да, я абсолютно согласна с теми, кто тоже с ними играет, что их речи показались мне более красными. Мне не понравилась речь игрока номер 5, потому что игрок, который был прямо перед ней, сказал, что не играет ни с кем, и вдруг игрок номер 5 говорит, что со всеми поиграли все предыдущие игроки, и я поиграю. Мне это показалось странным, поэтому игрок номер 5 пока для меня почернее. Игрок номер 6 просто, опять же, объяснил по игре, поэтому никакого цвета мне не дал. Игрок номер 7 сделал акцент на игроке номер 1, что он все-таки может быть черным. Может быть, это потому, что она его лучше знает или пытается... 10 секунд. Будет свое мнение. В общем, пока для меня эта позиция тоже не очень понятна, нужно послушать. И мне не понравился игрок номер 8, потому что у вас время. Игрок номер 10 нам что-то сказал. Мы переходим к голосованию. На голосование выставлены игроки 1-4. Голосуем в порядке 1-4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1? Спасибо, это... Подождите, держи руку. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Поставьте руки, кто не голосовал. 4 голоса уходят игроку номер 4. Игрок номер 1, вы набрали наибольшее количество голосов. Вы можете оставить 3 черных и 3 красных под протокол. Ваша крайняя. 8,
8 черных от протокола. Что, не оставлять вас от протокола в этот раз? Два красные. Два красные под протокол. Семь оставлю и пять черные под протокол. Еще двух красных. Ну, 7-5 черные под протокол. Да. И 3-4 красные добавлю. 3-4 красные под протокол. Я все использовал, что мог. Я 4 выбрал для Папилы не потому, что я ее подозреваю, потому что она не взяла никого. Я не понимал ее позицию вообще никак. А я думал, чтоб я сломал. Фол, ведьмак. Ох, блин, эти ломаются. 10 секунд. А что за игры у нас такие пошли, что все ломаются? Непонятно. Всем был странный аргумент, надо посмотреть на Симку. У вас время. Попрощаемся с игроком номер один. Он покидает этот стол. Ночью был убит игрок номер 10, он оставил свой лучший ход и сказал свою речь. Поэтому этот день открывает игрок номер 2. Игрок номер 2, ваша минута. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 8. 8 принято. Так, дальше. Что я увидела? Я не поняла, сейчас была атака в 4 от кого-то. 4, потому что мне не показалось черным. 2-4 и... Потом дальше. Проверить 7. Да, я согласна с проверкой 7, потому что ваша атака в первого игрока, ну, то есть вы сказали, что, возможно, он не красный, мне показалось странной. Вот. Дальше. Ну, 8, соответственно, черная 8 уходит. С кем она черная? Возможно, 7. Возможно. 9, кстати, тоже 10 показалось секунд. Красное. Ну, с кем-то отсюда. Три пока не зашло. У вас время. Мне показалось. Время. Игрок номер 3, ваша минута. Так, я назову красное. Я кого-кого считаю. Да, я назову игроков, которые я посчитаю красными. Я считаю красными игроков. 6-5-4-2. Значит, мне кажется, это игроки красные, они разбирались, в принципе, хорошо. Мне казалось на прошлый круг, что между 4 и 7 есть разноцвет. Ну, скорее получается, у меня тогда почернее 7, выставляю контрольный игрока номер 8. 9 стоит. Я не знаю цвет. Стоп. Договорились, могли. Ну, ей, видите, надо бежать. Так, по игре не говорим. Это эти, которые... А что у них свои ощущения? Ну, вот, видимо, они приходят, организаторы, и попросили, чтобы мы открывали дверь. Да, что я знаю. И все. И я выходжу. И что все замолчали? По игре не говорим, да, но думаем. Так, а что, но думаем. Нет тем. Но думаем. Сколько человек было, говоришь? Сереж. 164. Больше, чем в прошлом? Больше русских или больше украинцев? Меньше. Украинцев конечно больше. А их, в принципе, больше. В Израиле. Не, ну все равно много людей было. А где проходили? Проходил? Да. Аналы в Кармель, где суперфарм. Я видел, кстати, это. Я видел, кстати, я проходил стринг, я видел свечечки ваши. Да, да. Они горят. Они цветы не убирают. Прошу. Так, тайм-аут окончен. Джейк, твое время, ваше время. Ну, у меня еще есть 30 секунд. Я сказал, что я считаю красными
2, 4, 5 и 6. Вот, 8, естественно, уходит. Получается 7 для меня почернее, поскольку 4 просил у нее проверку, 4 для меня покраснее. 9 для меня цвет непонятен. 10 секунд. Ну вы тоже поиграли 2-4, в принципе, да. Что? 7-8 черный. Время. Игрок номер 4, ваша минута. Выставляю 8. Что я хотела сказать? Да, я просила на проверку 7, потому что у меня было такое, что вот мне не понравилось 8. В целом, по своей речи, потому как она говорила, это было вообще не стиль красной кси. Дальше, а 7, единственное, кто прям очень сильно втопил в 1, значит, у меня, соответственно, по логике там кто-то один сидит. Поэтому я просила, ну, между 1 и 7, 1 у нас все, поэтому на проверку 7. Также 7 не сыграла, она взяла команду 2-4 без 6, когда 6 сыграла в команде 2-4. 9 тоже так сделала, но 9 чисто пока что эмоционально, она, да, действительно мне показалась покраснее. Мирабель хочу переслушать, потому что вся речь была хорошая, кроме вот сыграв со всеми. Ну, я не поняла просто, почему. 10 секунд. Ну, потому что они как-то вот 2-3 резко нашли цвет 1 как-то, а я не сыграла, но вам понравилось по акцентам 2-4, 1-3. У вас время. Игрок номер 5, ваша минута. Так, смотрите, 1 уходил красным, 2-4 красные, 3 вы сказали, что тоже красный. Вы не рассказали, что нет, но я его посчитала больше красным. Окей, то есть у меня здесь сидят много красных игроков, и почему мне с ними не сыграть? Потом слушаю дальше, 6 вроде бы нормально, то есть он там мне сказал, что мне можно было там сыграть только 2-4, без 1, там без 3, все понятно, еще куда ни шло. А потом начинаются 7-8-9, которые 7 я еще задумалась, она втопила в 1, и я еще подумала, она может быть права, может быть 1 правда черный, тогда 7 красный, но поскольку 1 уходил красным, то 7 черная, 8 сломала черная, а 9 тоже топит меня за то, что я поиграла со всеми, и при этом ничего не говорит про 6, то есть она 6 должна играть только за то, что он первым это сказал. Нет, я не вижу противоречий, там у меня все черные, здесь у меня все красные, со всеми красными поиграла, что не так. У вас время. Игрок номер 6, ваш. Выставляю 8. Стоит. Я просто имею в виду, что с этого нужно начинать. Ну, понятно, что 8 уходит. Отметьте там, что я нашел всю мафию. 1, 7, 8, 9. А то Мирабель запишут это. Да, да, конечно. Вот, смотрите. Понятно, 7, 8, я думаю, что как бы достаточно. 9, конечно же, говорит то, что я и 7 подозреваю, и 8 подозреваю. Это просто для меня это выглядит как разбег. Понимаете, в чем? Как бы это мои мысли. Если вы красный игрок, то, конечно, все могут ошибаться. Вы можете быть красным игроком, а один черный где-то здесь тогда сидит. Ну да, разумеется. Просто пока что я не вижу черных здесь. Вот скажем так. Вряд ли 8 сломало в один черный. Вы же не будете это рассматривать. Мирабель не рассматривает. Нет, Мирабель не рассматривает, но вдруг не рассматривает. Как бы не до счет мафии. 10 секунд. Ну вдруг, как бы. Поэтому, если вы черная, то мы вас нашли. А если вы красный, вы должны нам показать, кто у вас красный, кто черный здесь. Игрок номер 7, ваша минута. Вот, как сказала игрок номер 8, я немножко включила критическое мышление, сразу попала под подозрение. Я просто предположила, что все говорили, что первый игрок красный, я предположила, что он мог быть не красным из-за этой оговорки в начале речи. Да, действительно, потому что, возможно, я его ближе знаю, и я подумала, что это может быть как зацепка. Вот и все. Как бы я могу так объяснить свой выбор. Мне понравились игроки номер 2, номер 4, номер 5, номер 6, вот тогда сомневались. Я немножко не совсем не пойму, почему сейчас все начали выставлять игрока номер 8. Понятно. Хорошо. Выставите кого хотите. Нет, у меня второй фол ведьмак. У меня я поддержу, наверное, стол, опять же, потому что я новый игрок, и немножко. 10 секунд. Да, пас, спасибо. И вам спасибо. Игрок номер 8, ваша минута. Да, сломала в единицу. Поэтому игрок, который сломал попил, подразумевается, он является де юро черным, отмыться очень тяжело. Да будет, как говорится, это известно. Теперь, да, если бы я была красным, а один
по какому-то маркеру, известному черному, мне все равно пришлось бы в него сломать. Потому что игрок, который настолько железно окраснился речью, его очень-очень тяжело с ним играть. Он тоже, у него железная презумпция красного, и пока шериф дойдет до него проверкой, город может проиграть. Именно поэтому мне справедливо настучали за котиков, именно поэтому слон для меня был неизбежен. 10 секунд. Как говорится, да будет это всем известно. Спасибо, пас. И вам спасибо, игрок номер 9, ваша минута. На своей прошлой речи я четко сказала, что для меня 2-4 красные игроки. Про игрока номер 6 я не сказала, что я с ним не играю. Я сказала, что он рассказывал про игру про стол, поэтому для меня он цвета не дал. Сейчас я скорее думаю, что между 5 и 6 сидит черный игрок, который пытается обратить ваше внимание на менее опытного игрока, меня. Я еще сомневалась по поводу игрока номер 3, но сейчас для меня очевиден разноцвет 3-8, поэтому для меня теперь игрок 3 тоже красный. То, что игрок номер 8 мне не понравился, я сразу сказала на своей прошлой речи. И только после этого она сделала слом, чем она подтвердила мои подозрения. Про игрока номер 7 я тоже сказала, что я обратила внимание, что довольно странное ее поведение по отношению к игроку номер 1. Поэтому для меня все еще игрок 7-8 черный, и третий черный сидит между 5 и 6. Я так думаю, по крайней мере. И вам спасибо. На голосование выставлен только один игрок, это игрок номер 8. Вы набрали наибольшее количество голосов. Вы можете оставить 2 черных и 2 красных под протокол. Ваша красная. 2-4 черные, 5-6 красные. Кому какая разница? Хоть сейчас меня слушают, потому что я действительно потом буду пересматривать видео этого. И пытаться понять, как люди вообще справляются, когда на их речи их полностью, настолько тотально игнорируют и настолько отчаянно жестикулируют. Победитель лет клуб в течение 3 лет, помните. Пол Мирабель. Искренне сочувствую, не набирайте фолов. Пусть это будет хоть как-то честная игра. Я для этого сделала все. Спасибо вас. И вам спасибо. Попрощаемся с игроком номер 8. Он покидает этот стол, а город уходит в ночь. Был убит игрок номер 5. Игрок номер 5, вы можете оставить 2 черных и 2 красных под протокол. Ваша крайняя. Так. Сейчас, дайте подумать. Значит. Два-четыре красные под протокол. Принят. Черные 7-9. 7-9 черная под протокол принято. Думаете, 8 красная? А 9 красная. 9 может быть, да, может быть и красная. Да, она так вот. Она хорошо так вот обосновала свою речь. Но тогда просто если 9 красная, то тогда у меня остается только 6 черных. Потому что здесь черных нет. Вообще, все супер, у вас шериф за столом. У шерифа 2 проверки. Дайте мне проверку. Вот вы не могли вот сказать, чтобы я оставила под протокол правильных игроков? Вы мне, может быть, скажите тогда хоть? Так. У вас время. Попрощаемся с игроком номер 5. Он покидает этот стол. Этот день открывает игрок номер 3. Игрок номер 3, ваша минута.
Доброе утро, город. Так, выставляю игрока номер 9 на голосование. 9 принято. Так, смотрите, объясняю все свои проверки. Значит, я сразу рисовал разноцвет между 4 и 7, тем более 4 не поиграла со мной. Мне нужно было ее проверить, чтобы она дала цвета. Значит, потом я ее спрашиваю, кого нужно проверить. Она говорит, 7 не проверяется. Она для нее 7, скорее всего, точно черная. Поэтому она меня просила проверить 9. Пошел проверить 9, 9 черная проверка. Так, для меня до сих пор, ну, для меня красный точно 4, а вот кто остальные, я не знаю. Ну, получается 5 отстреляны, 1 отстрелян, 10 отстреляны. То есть, получается, у меня команда может быть действительно 7, 8, 9. Но если 7 вдруг красная, я тогда не знаю. Я тогда не знаю. То есть, понятно, что 7 говорит плохо, 7 не очень хорошо. 10 секунд. Очень хорошо. Я не уверен, что 7 черный. Я не уверен, что 7. Я не знаю. То есть для меня точно 4 красные, для меня 9. У вас время. Игрок номер 4, ваша минута. Выставляю 9. 9 стоит. Да, проверяйте 7. Можете проверить, но нет. Просто если 7 красное, то у нас остается в любом случае только 2 и 6. Где Мирабель, допустим, придя, сказала, что да, у нее 6 будет тогда чернее, если 7 красное. Это можно, сколько у нас будет, уходит. Один умирает, раз, два, три, нас четыре. И пилит просто. Если 7-9, это математически проигранная игра, вы можете вставить. Пол, Дайнерис. Ну, кстати, да, если вы... Что? Пилить вас? Так вы черная проверка, у нас один шериф. Он черный. А кто еще шериф? Вы шериф? Вы шериф? А... Сейчас до меня дойдет, если... Не набирайте полы. Нет, ну как это до меня дойдет? 10 секунд. Просто нет, если как бы нету все никаких скрытий, давайте закончим игру и новую начнем. У вас время. Игрок номер 6, ваша минута. Давайте будут еще вскрытия. Смотрите, то, что если вы сейчас не вскроетесь, то неважно, если вы, даже если вы красная. Вот если вы красная, то не надо вскрываться, это точно. Но если вы сейчас не вскрываетесь, и он вас проверяет, и вы черная, вы проиграли. Все, без вариантов. Вы даже можете сказать, что он черный, мы попилим 3-7 последних игроков. Вот с кем вы захотите, с кем вы попилитесь. Поэтому вам сейчас, если вы черная, обязательно надо вскрыться. Обязательно. Вы вскрываетесь, но только дайте адекватные проверки. Потому что если вы дадите какие-то самые простые проверки, это назвать его черным, а ее красный. У нас будет двойная красная, которая будет нам пилить. Это я вам просто советую. Смотрите. Представьте, что я черный вместе с 9, да, вместе с 8, окей, как бы я даю совет красному игроку, она не сделает, если она красный игрок. Но если она черный игрок, то как бы всегда мафия 7, 8, 9. Я надеюсь, что как бы записали не 5, а 6, 10, что он нашел всю мафию. Выставляю 9, кстати, да. Поэтому вы сейчас, если вы черный, вы обязаны вскрыться, но только дайте, подумайте над проверками. У вас время. Игрок номер 7, вашими. Так красиво говорили, и вы так красиво говорили, я вам так верила. Ну, вы сказали, что вы шериф, а как бы шериф я, и я понимаю, что вы черный, извините, пожалуйста. И была у меня еще одна проверка ночью тоже, как бы, в попадание, поэтому извините, как бы, нет, вы черный проверка. Вы проверка, вы сказали, что вы шериф, вы не шериф, я думала, что вы красный, соответственно, вы черный. Поэтому ушла мафия восьмая, вы черный. Все. Что третье, я шериф? Я проверила вас, вы черный. Да. И соответственно, все. Кто будет называться 7-8-9? Пол, Джейк. 10 секунд. Все, пас, я все сказала. Спасибо, игрок. Черный игрок. Спасибо, игрок номер 9. Ваша минута. Выставляю игрока номер 3. 3 потому минута. Что я красный игрок, меня уже шериф показывает, очевидно, для меня игрок номер 3 черный. То, что сейчас игрок номер 7 сказал, что он настоящий шериф, и для него игрок номер 3 черный, я надеюсь, что она играет по-честному, это действительно она, поэтому она для меня тогда тоже красная, 6, соответственно, черный. Вы, если вы мне не верите, вы можете нас пилить и просто поднимать обоих, потому что я опять же знаю, что я красная, он черный. Покажите это... на пальцах, кого вы проверили, у вас должно быть... Пол С. Mm-hmm.
если сейчас мы кого-то из одной команды выгоним, а окажется, что он вытащит шлейф, у нас будет 2 в 2. 10 секунд. Погоняйте нас с собой, 3-9. Я красная. 3 точно правда. У вас время. Игрок номер 2, ваша минута. Да у нас команда найдена вообще. Так, 3... Подождите секунду. Выставляю 9, выставляю 6. 6 принято. Кто у нас... здесь 7-9, а здесь 3 и 6. Угу. Ага, значит, я хочу голосовать в 9. Хорошо? Значит, 2, 3, 6 голосуют в 9, а, соответственно, 4, 7 и 6... Ой, 4, 7 и 9 голосуют в 6. Ну, вы молодец. Я, ну, как бы, я не думаю, секунд. Что здесь 7 настоящих шерифов. Но мы сейчас попилим, поднимем. У вас время. У вас время. Уберите жестикуляцию. Мы переходим к голосованию. На голосование выставлены игроки 9, 3, 6. Голосуем в порядке 9, 3, 6. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Это 3 голоса 2, 3, 6. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 3? Это 0 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал. 4, 7, 9, 3 голоса уходит игроку номер 6. У нас автокатастрофа между игроками 9, 6. Игрок номер 9, ваши 30 секунд. Поднимайте нас обоих, потому что да, я знаю, что для меня 7 настоящий шериф, для меня 3 точно не настоящий шериф, потому что я красная, он говорит, что я черная. Соответственно, мы уходим красный и черный, это устраивает игру. Устраивает стол, поэтому... 10 секунд. Пас. Спасибо. Игрок номер 6, ваши 30 секунд. Команды найдены, поэтому не важно, пилится 9-3, 9-6. Это не имеет значения, кого он пойдет проверять, 7, кого она пойдет проверять, 3. Все, не варианты, пусть они зарабатывают очки на проверках. Что, ну, заработает только шериф, понятное дело. Пилится точно так же, поднимается, все великолепно. Потом все достаточно, ну для меня все достаточно просто. 10 секунд. Теперь я говорю 7, у нее всего одна проверка. Я говорю, а кого еще? Она говорит, я не понимаю, вы когда спросили, а кого вы еще проверили? Я не знаю, это вы говорите, скажите еще, подсказывайте ей. Мы переходим к переголосованию между игроками 9-6, голосуем в порядке 9-6. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9, это 3 голоса, 2, 3, 6. Поставьте руки, кто не голосовал, 3 голоса уходят игроку номер 6. У нас автокатастрофа. Секунду. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Единогласно. Игрок номер 9. Вы можете оставить одного черного, одного красного под протокол. Ваша крайняя. Под протокол черный 3, красный 7. Принято. У вас еще есть 40 секунд вашей крайней речи. Я продолжаю настаивать на своем. 3 для меня абсолютно черный, под протокол говорю, потому что он шериф, который говорит, что я его черная проверка. Что еще сказать? Игрок номер 7 назвал, между прочим, 2 проверки. Игрок номер 7, можете еще раз повторить свои проверки? Может быть, я, конечно, была слепа. Я изначально говорила, что для меня черная команда – это кто-то между 5 и 6. Думала между 7 и 8, но ошиблась, видимо, насчет 7, значит, команда 3, 6, 8. Думайте об этом. Я давно говорила про то, что я с самого начала сказала, что 8 черный. Потом стала заподозревать, что 5, 6, а 2, 4 я сразу говорила красные. А про 7 я говорила, что я не знаю, потому что меня смутило. У вас время. Я ее не выставляла. Попрощаемся с игроком номер 9, он покидает этот стол. Игрок номер 6, вы можете оставить одного черного и одного красного под протокол. 7 черный под протокол, 3 красный под протокол. Ну, все наоборот. Теперь она так была против 7, так была против 7, но ее не выставляла, не голосовала, не атаковала, но так была против 7. Теперь 7, 4, вы просто вспомните, как происходит. Я говорю на своей речи, вы должны подумать про адекватные проверки. Она говорит, ну, конечно, адекватная проверка 6 же. Рассказывает про это черное, говорит, 6 у меня черная. Хорошо, 6 черная, вообще не вопрос, все, это хорошая речь. Я спрашиваю, кто еще проверка? Все, вы показываете, все, больше нет проверки.
То есть я показываю, всему столу показываю. То есть у нее 6, черная проверка и все. Вы несколько раз пытались донести, а какая еще проверка, какая еще? И она говорит, ну, я же показывал, вы покажите туда проверку, это будет хорошая проверка. И вы показываете, у вас 5 или 4 красная проверка? 5. 5 красных, это тоже хорошо. Теперь, вы сейчас идете на угадайку. В угадайке вы смотрите, кто шериф. Вот и все. Понятно, что шериф сейчас 3 проверит 7, 7 проверит 3. У вас для время. Того, чтобы заработать очки. Вот и все. Время. Попрощаемся с игроком номер 6. Он покидает этот стол. Город уходит. Ночью был убит игрок номер 2, поскольку эту... уменьшите эмоционал, пожалуйста. Поскольку это угадайка, вы не можете оставить никого под протокол. Ваша кража. Надо поменять это правило, на самом деле. Завещание перед угадайкой самое сильное. Госпожа С, вы тут точно красная. Вы тут точно красная. 7 шериф вы считаете? Ну, смотрите, это ваше право, исход этой игры зависит от вас. Единственное, спросите, пожалуйста, у 7-го игрока, почему он сделал такие проверки. Вот мне очень интересно. Почему он сделал такие проверки? Вот, почему не делались те проверки, которые просил город? Ну, если вы определились, наверное... Я всю игру склонялась, что, наверное, 3 больше шериф. Потом, но я не могу вам, я не буду вам жестко завещать, я не буду, определяйтесь, поговорите, мне вот и очень интересно. У меня не было возможности позадавать вопросы игроку номер 7, вот, потому что она уже вскрылась, а у меня речи после этого не было, поэтому... У вас время. Попрощаемся с игроком номер 2. Я вас приветствую в угадайке, которую открывает игрок номер 4. Игрок номер 4, ваша минута. Тот, кто это сделал... Очень плохой человек! Я выставляю по кругу. Вы должны будете выставить игрока номер 3. Я выставляю игрока номер 7. 7 принято. Вы должны мне сейчас будете объяснить, почему вы пошли проверять 6, почему вы проверили 5. Попытаться мне доказать, что вы шериф. По той причине, что я сомневаюсь в 3. Я, ну, как мне кажется, это может сейчас быть притянуто за уши, услышала, как он давал договорку на отстрел 5. Умерла 5. Тихо. Но проверки у него как бы, ну, логичные, что сказать. Нет, ладно, не очень логично то, что он проверял 4, потому что можно было сразу идти проверять 7 и все. Вы должны сейчас сразу же не забыть выставить 3. 10 секунд. Объяснить мне полностью свои проверки, почему вы так сделали. Ну, вы тоже. У вас время. Игрок номер 7, ваша минута. Выставляю игрока номер 3. Объясняю 3 мои проверки. Я новый игрок, периодически потупливающий. Для меня Мирабель сильный игрок, пятерка. Поэтому я ее проверила, чтобы понять ее логику мышления. Если она красная, я бы понимала, кто красный и черный бумажки. Я ее проверила, она стала красной, я стала слушать ее. Ушел игрок номер 8. Игрок номер 8 однозначно черный. А когда он уходил, он сказал, оставляю под протокол красными 5 и 6. То есть 5 я точно знала, что красная, 6 я предположила, что она оставила для отвода глаз черным. Поэтому я его проверила, и попала, он черный. Игрок номер 3 для меня был скорее красным. Когда он сказал, что он уже шериф, я поняла, что он черный. Все, вас я тоже на последний, извините, проверила, вы красный. У меня будет такой шанс. Все, вас. Спасибо. Игрок номер 3, ваша минута. Госпожа Эльс.
сейчас пока вы спокойно оцениваете все, я вам сейчас приведу просто три аргумента. Я понимаю, что вы сейчас дрожите, вы меня подозреваетесь за то, что я типа дал отстрел 5, но это на самом деле не было нормальный шрифт. То есть я обычно теперь шрифт. Смотрите. Аргумент номер один. Команда 7, 8, 9. 8 ломает, не 9, не 7, не опытные игроки. Если был кто-нибудь опытный игрок, он бы точно скрылся за шерифом. Кто будет скрываться за шерифом? Кто-то из 7 и 9, правильно? Кто-то из 7 и 9. Получается, если 9 этого не сделал, значит остался 7. Теперь, мои проверки вполне себе логичны. Я проверил вас, потому что мне было важно, как я уже сказал на прошлом круге, хватит дрожать, я за вас боюсь. И теперь самое важное аргумент, госпожа Эс. Я вас точно не оставлю. 10 секунд. Не оставлю. Я скорее отстрелю вас и оставлю два, которые сомневаются. А вы, которые говорите, что... Что? У вас у время. У меня нет такой антилогики. У вас время. Мы переходим к голосованию. На голосование выставлены игроки 7-3. Голосуем в порядке 7-3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Один голос. Поставьте руки, кто не голосовал. Два голоса уходят игроку номер 3. Игрок номер 3, вы набрали наибольшее количество голосов. Ваша крайняя. И вам спасибо. Игрок номер 3 покидает этот стол. Я объявляю победу города. Мафией были игроки. Мафией были игроки 3, 6, 8, шериф 7. О, боже! Ну как ты сказала одну проверку, а второму не говоришь, он говорит, только кого-то проверил. Она сказала проверку, я уже не знаю.